Дорогі друзі, мозаїка дня вже відчинила своє обійма для кожного з вас і вже готова дарувати вам своє тепло і любов. Сьогодні з вами я, Аня Терзівець. Приєднуйтесь до нас, будемо разом прикрашати світ позитивом. Починаємо вже зараз. Дорогие друзья, это была Наталья Панайотова с самыми лучшими пожеланиями для каждого из вас. А в эфире программа «Мозаика дня», что означает, что вы можете дозвониться к нам по телефону 048-2-638-638. Делитесь своим хорошим настроением, задавайте вопросы нашим гостям, а также отвечайте на вопрос в рамках традиционной викторины, которую я провожу по вторникам. Но об этом чуть позже, для того, чтобы вы могли, чтобы у вас был повод звонить нам и поздравлять одесситов и жителей нашей области, я хочу напомнить вам, что сегодня, 12 июня, весь мир отмечает Международный день бортпроводников.
проводника гражданской авиации, или, проще говоря, День стюартов и стюардесс. Кроме того, сегодня весь православный мир отмечает день, великий и славный день, славит дела равноапостольных святых Петра и Павла. Поэтому, дорогие друзья, звоните, поздравляйте именинников и желайте всем одесситам и жителям области всего самого хорошего. И еще одна новость у меня для вас есть. Ровно через два дня, 14 июня, в Одесской филармонии случится яркое чудо. Исконно мужскую джазовую музыку одесситам и гостям представит киевский коллектив Freedom Jazz, состоящий из 10 стильных и ярких девушек, которые играют, поют и танцуют в ритме джаза, и появление которых на сцене превращается в незабываемое шоу. К слову, это единственный в Европе джаз-бенд, в составе которого входят только девушки. Режиссером, постановщиком, хореографом и продюсером коллектива является Лена Каляденко. Дорогие друзья, 14 июня Одесская филармония. Спешите присоединяться к этому замечательному событию. А теперь, для того, чтобы вы, кто-то из вас смог попасть на это замечательное шоу, я готова разыграть несколько билетов вот на это замечательное событие. Для этого вам просто необходимо дозвониться к нам в студию и сказать, что же такое джаз. Самое оригинальное определение этого музыкального стиля, скажем так, получит, естественно, билет на шоу Freedom Jazz. Друзья, 0482-638-638, звоните нам и рассказывайте, что же такое джаз в вашем понимании. А пока вы думаете над вопросом, я хочу вам сказать, что 6 июля весь мусульманский мир отмечал один из самых больших религиозных праздников – Ураза-Байрам. Это очень священный и добрый праздник. Наша съемочная группа побывала на этом празднике и сейчас готова поделиться с вами интересными фактами об афганской культуре и о особенностях данного праздника. Внимание на экран. Многонациональная Одесса дружелюбна и толерантна к своим жителям, свято хранящие традиции своего народа и вероисповедания, и украшают ее своими национальными праздниками. Ярким тому примером стал праздник Ураза-Байрам, один из крупнейших праздников ислама, завершающий священный месяц Рамадан. Его еще называют праздником Разговения. Для правоверных мусульман в этот день предписывается предаваться праздничному настроению, вкушать питье и пищу. Афганская общественная организация «Фонд Дружба», которой руководит господин Осман Мохт, отпраздновала этот день широко и от души. Вот уже не один раз они собираются под сводом культурного центра «Памир», построенный господином Хаджи Расулом. У нас в Одессе очень много афганских, больше 5000, которые посещают это заведение. И два праздника, которые у нас бывают, там маленький Рамазан и Курбан-Байрам. Молитвы здесь считают, во все мероприятия, которые проходят между афганцами и других нациями, они всегда проходят сюда, мы их принимаем и очень довольны отсюда уходят. Памир – это душа, Памир – это самое верху. Дай Бог всем здоровья, особенно всем одесситам, что они жили дружно и мирно. Мы от них очень довольны. Афганцы – это одна из самых дружелюбных общин в Одессе. В судьбе этого народа было и остается много сложных моментов. Но здесь, на Одесской земле, они нашли свой второй дом и совместными усилиями стараются этот дом сделать еще лучше. Поэтому в тяжелые минуты и в праздники они всегда вместе. Вот как сейчас на празднике Ураза-Байрам, одном из самых светлых праздников мусульман. А истинным светом в каждой мусульманской семье являются дети и их творчество.
Это воспитанники афганской воскресной школы «Афган-Бахтар», в стенах которой дети познают мир афганского языка, культуры и религии. Для взрослых праздники – это возможность не только отдать дань традициям, но и хороший повод для приятных встреч, подведения итогов и разработки новых планов и проектов. Так, на празднике Ураза-Байрам побывал и посол Афганистана в Украине Мухаммад Акбар Мухаммади, который горячо приветствовал всех собравшихся в культурном центре «Памир», пожелал им мира и процветания и вручил грамоты самым активным представителям афганской организации «Фонд Дружба», чья деятельность направлена не только на сохранение афганской культуры, но и на укрепление дружеских связей с представителями других национальностей. В мусульманской религии, как в христианском, как и в еврейском, и многих других религиях, тоже пост – это один из столбов мусульманской религии. Это праздник очищения, праздник молитвы, праздник почувствовать голод, страдания, бедность и милосердие. И конец поста – это праздник, мы тоже отмечаем и празднуем это вместе с детьми, вместе с старшим, вместе с семьями, и по-разному мы это отмечаем. Имам Одессы шейх Ильяс Умаров также поздравил афганцев и их гостей с большим праздником. Хочу поздравить вас всех с этим благословенным праздником Иду-Фитр, Ид Мубарак. Желаю всем вам счастья, имана, бараката и единства для вашего народа. Я благодарен за то, что вы меня пригласили на это мероприятие. Ураза-Байрам – это прекрасный повод стать немного добрее и милосерднее. В чем особенности этого дня, нам рассказали представители афганской общины. Окончание Рамадана – это один из самых почитаемых праздников среди мусульман. Мы с особенным трепетом его отмечаем, так как это, скажем так, окончание главного постулата, одного из основных постулатов нашей религии – ислама. В этот праздник принято особенно тщательно молиться, больше совершать благих дел, угощать знакомых, приглашать гостей, естественно, как на любой праздник. Мы хотим, чтобы передать своим детям, своим наследникам, передать ту культуру, то мероприятие, которое нам досталось от наших предков, мы хотим передать им. Ураза-Байрам – это любимый и долгожданный праздник и для афганских детей. Мне больше всего нравится в этом празднике, когда все ходят друг к другу, поздравляют, и всем весело. Я желаю всем счастья, здоровья, любви, чтобы все были веселые, радостные. Особая роль в подготовке и организации праздника отведена афганской женщине. Главная задача молодых девушек в этот день, помимо их основных обязанностей как мусульманок, то есть совершение молитв и так далее, как можно большего количества благих деяний, естественно, подготовка дома к этому празднику, приготовление угощений, особенно сладости, потому что, естественно, восточные народы очень любят сладости, мы славимся своими угощениями. Больше люблю за то, что наступает время разговения, то есть можно уже кушать в любое время суток. И также я его люблю за то, что к нам приезжают наши родственники, гости, мы их угощаем и все наслаждаемся этим днем. А вы строго соблюдаете пост каждый год? Да. Пост состоит в том, чтобы с определенного времени, с утра, воздерживаться от питья еды до заката. Во время поста происходит очищение организма и оздоровление. Но также есть несколько исключений для пожилых людей, для людей с ограниченными возможностями. Скажите, а вот в чем главная роль афганской женщины? Самая главная роль афганской женщины в том, что она очень строго соблюдает свои традиции. В основном она очень мужественная, она очень храбрая и она очень гостеприимная.
Самым энергетически сильным элементом афганских праздников являются народные танцы. Их исполняют в основном мужчины, и делают они это очень эмоционально. Праздник Ураза-Байрам отмечается 3 дня. В первый день мусульмане больше предаются молитве и празднуют сдержанно. Во второй день позволительно устраивать большие и яркие гуляния. А на третий день еще один праздник устраивается для женщин и детей. И организация «Фонд Дружба» свято соблюдает традиции своего народа. Дорогие друзья, в эфире программа «Мозаика дня». Я напоминаю вам, что у вас есть прекрасная возможность выиграть несколько билетов на коллектив Freedom Jazz, который состоится 14 июля в Одесской филармонии. Друзья, просто позвоните нам по телефону 0482-638-638 и скажите, что такое джаз в вашем понимании. И вы получите билет на замечательное представление коллектива Freedom Jazz. Что ж, друзья, а сейчас я хочу представить вам своих гостей, которые в этот прекрасный утренний час находятся рядом со мной и готовы рассказать вам много интересного и полезного для каждого из вас. Итак, сегодня с нами Ольга Миронюк, председатель оргкомитета фестиваля «Монкастро». Также с нами сегодня Алексей Колесниченко, координатор концертной части фестиваля «Монкастро». И Владимир Григорьев, организатор боевой части фестиваля «Монкастро». Здравствуйте, дорогие гости. Вот вы занимаетесь очень интересным, важным делом. Вы пытаетесь вернуть нас при помощи какой-то невидимой машины времени в те далекие интересные эпохи, да, где были рыцари, где были какие-то особые отношения, где были бои, где честь защищали особым образом, да? Расскажите нам об этом, как родилась идея создавать вот такие фестивали в нашей области. Как, Аня, спасибо за вопрос. Как родилась идея, наверное, уже трудно вспомнить, потому что она родилась в далеком 2001 году. И наверняка одесский наш житель знает, что эти мероприятия проходят регулярно, каждое лето в Белгород-Днестровской крепости. Но вместе с тем, в этом году у нас, знаете, перерождение происходит. Если прежде это были в основном именно турниры, то есть это были спортивные мероприятия, то сегодня мы говорим о том, что это фестиваль Средневековья, который включает в себя много-много разных интересных моментов в программе. От факельного шоу до полета на воздушном шаре, от музыкантов аутентичных, играющих на средневековых настоящих инструментах, до танцоров, до театров танца, которые нас погружают в танцевальное искусство Средневековья. И, конечно же, кухня. И как же без вкусной средневековой еды? Ну, на сегодняшний день, наверное, фестиваль, именно формат фестиваля, это то, что может нам помочь, нашему краю, привлечь туриста. Ну, как бы это наша основная цель и идея, нас, организаторов этого мероприятия. Мы хотим способствовать развитию туризма в Одесской области, в частности, в Белгород-Днестровском. И к крепости, как памятнику архитектуры, тоже хотим привлекать внимание жителей Украины, и не только Украины. Но этот фестиваль у нас проходит в международном формате. У нас присутствуют ближние наши друзья страны Молдова, Белоруссия, ну и Украина в широком спектре. Но об этом подробно, наверное, расскажут мои помощники по концертной части и по боевой части. Вот что касается участников, насколько эта тема интересна одесситам, гостям нашего города? Ведь это не просто, да, чтобы принять участие в этом фестивале, необходимо иметь какие-то познания о том, как правильно одеваться, как правильно себя вести, ведь правда? Что касается рыцарства или быта? В принципе. Вообще, в общем, конечно, да, есть клубы, не только в Одессе. Но если уже говорим сейчас пока что про Одессу, то в Одессе есть
так скажем, доминирующих три клуба реконструкционных. Это клубы Орден Храма Могильного Холма, клуб Тангар, который способствует и помогает нам всячески в организации, являются также соорганизаторами наших мероприятий, и клуб Люксембург, который входит или входил ранее, сейчас я пока что этим информацией не обладаю, в состав объединения Евросоюз. Вот, такой тоже боевой, и действительно ребята долго занимаются, прежде чем выйти на ристалище или прежде чем показать свое мастерство в любом из представленных каких-то искусств на наших мероприятиях. Вот какое количество гостей, как правило, посещает ваши фестивали? Мы сейчас будем говорить о предстоящем большом Гранд Манкастер фестивале, который стартует 15 июля. Да. Но до этого было уже проведено несколько других разминочных фестивалей. Да. Вот насколько они привлекли внимание? Хорошо, уже довольно-таки больше, как и сказала Ольга, 15 лет уже проводятся эти мероприятия. И с каждым годом, слава богу, что люди, даже которые впервые у нас, да, они побывали, допустим, на мероприятиях 2 года назад, год назад, или же просто на предыдущем мероприятии в сезоне, вот, они возвращаются к нам, приводят друзей, рассказывают, как это все было хорошо. Конечно же, приводят какие-то впечатления, которые задокументированы на видео, на фотографии. Мы потом себя находим в интернете. Наши бойцы охотно со всеми фотографируются. Это у нас также в регламенте есть такое. Мы решили сделать отдельный такой пункт в регламенте, как селфи-тайм, вот, где все будут наделены возможностью сфотографироваться как с рыцарями, вот, так и со всеми. Естественно, это все эмоции, которые люди благодарят нас. Вот, мы благодарны им за то, что они интересуются этим. Эмоции, которые редко можно приобрести вот в обычной нашей цивилизованной городской жизни, скажем так. Да? А ну что, друзья, у нас сейчас есть возможность действительно перенестись вот в то время, в эпоху рыцарей, и насладиться вот этим романтизмом, какой-то особенностью. Давайте посмотрим небольшой сюжет о том, как обычно проходит разминочный, да, как вы сказали, да, фестиваль Монкастра. Это Белгород-Днестровская крепость. We'll be right back.
проводим такие мероприятия еженедельно. Дорогие друзья, вот такие яркие, необычные фестивали Монкастро проводятся в нашей Одесской области на территории Акерманской крепости в Белгород-Днестровске. И если вы хотите присоединиться к этому фестивалю, у вас есть такая замечательная возможность. Уже 15 июля стартует большой Гранд Монкастро, и вы можете принять в этом участие. Ольга, расскажите нам... Да, в двух словах скажу, что в... эту пятницу уже через пару дней, в 8 часов вечера впервые наш фестиваль начнется вечерним шоу. Все, что вы привыкли видеть днем, будет происходить вечером, ночью, при свете факелов. Это будет зрелищно, это будет массово. И для того, чтобы самые ранние пташки нашего города, которые просыпаются и смотрят мозаику, могли туда попасть, мы принесли 5 пригласительных билетов. И любой, кто сегодня сейчас к вам дозвонится в студию, может выиграть, или не выиграть, а получить такой пригласительный билет и убедиться в том, что это зрелище незабываемое. Друзья, просто позвоните нам по телефону 048-2-6-3-8-6-3-8, и вы получите пригласительный билет на замечательный фестиваль Монкастро, который откроется 15 июля в Белгород-Днестровске. Просто позвоните нам и скажите «Доброе утро, одесситы!» Спешите, билетов только 5. Александр, по вашей части, давайте расскажем нам, что будет интересного вот относительно концертной программы, какие гости к нам приедут на фестиваль. Расскажите нам об этом. Спасибо за вопрос. Гостей ожидается очень много, причем гости не только из Одессы и близлежащих городов, но и со всей Украины. Наша главная задача как организаторов – погрузить всех наших друзей и гостей в ту эпоху, в эпоху Средневековья, когда на самом деле проходили рыцарские турниры. Как свидетельствует история, это был настоящий праздник того времени. Как только заявлялось, что какую-то определенную дату состоится рыцарский турнир, сразу со всех близлежащих городов и поселков съезжались люди. Устраивалась настоящая ярмарка. Ярмарка не в понимании базара, а в понимании праздника. Потому что на самом деле это был праздник. Люди приезжали, они готовились к этому заранее. Как только заканчивался предыдущий рыцарский турнир, начинали уже готовиться к следующему. Рыцарский турнир подразумевает под собой организовать быт, организовать какое-то развлечение, потому что приезжали целыми семьями, приезжали целыми поселками, нужно было людей накормить, нужно было устроить для них какие-то специальные балаганы, развлечения для взрослых и для детей. Приезжали специальные люди, которые изучали рыцарские доспехи, правильно ли они созданы и все ли есть. Приезжали люди, которые изучали рыцарские грамоты, которых удостоверяли, что это настоящий рыцарь, а не какой-то проходимец. Приезжали люди, которые изучали геральдику, они изучали гербы, они изучали флаги. Все это они изучали. У нас будет все точно так же. Ко всему подход был абсолютно серьезный. Да, у нас будет точно так же серьезно. Мы хотим создать не просто... территорию, на какой будет праздник. Мы хотим заполнить все пространство. Мы хотим, чтобы там были люди в аутентичной одежде, чтобы была аутентичная музыка. Специально для этого мы приглашаем специальные коллективы, которые играют такую аутентичную музыку. Александр, мы продолжим. У нас телефонный звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Говорите, вы в эфире. Доброе утро, Одесса. Доброе утро, Одесса. Чудесно. Вы получаете первый билет на Гранд Монкастро. Как вас зовут? Представьтесь. Алло, вы с нами? Да, я с вами. Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Аня. Аня, чудесно. Ну что ж, ваш первый билет уходит к вам. И раз вы уже к нам дозвонились, вы можете дать определение, что такое джаз? Я хочу подарить вам еще один билет. На. В моем понятии джаз мы это быстрый танец, быстрая музыка. Это, ну, такое возвышенное что-то. И в то же время оно поднимает настроение не только тому, кто это слушает, но всем окружающим. Жить хочется, жизнь прекрасна, жизнь великолепна.
Чудесно, жизнь действительно прекрасна. Мне нравится ваше определение джаза. Друзья, вы поддерживаете? Да, конечно. Чудесно. Ну что ж, тогда вы получаете, кроме билета на Гранд Монкастро, вы получаете еще и билет на коллектив Freedom Jazz, который пройдет 14 июля в Одесской филармонии. Партнер хорошего настроения etickets.od.ua. Администратор вам сейчас расскажет, как получить свои билеты. Спасибо, что вы с нами, и всего хорошего. А мы продолжаем рассказывать, удивлять, интриговать одесситов о том, что же будет, что же случится 15 июля. 15 июля состоится открытие фестиваля Гранд Монкастро. И мы ждем именно друзей, потому что не посетителей крепости, а именно те, кто посещают наши фестивали, наши мероприятия, это наши друзья. Мы ждем друзей, и мы готовы радовать этих друзей. Специально для наших друзей, наших гостей, мы приготовили очень много интересного. Много интересного в каком плане? Очень многое в этом году, на этом празднике будет впервые. Впервые будет факельное шествие. Впервые фестиваль начинается в вечернее время. Впервые мы пригласили такое большое количество музыкальных коллективов, музыкальных и танцевальных. Вы сказали, будут гости из-за рубежа, да? Вот интересно, как у них, насколько у них вот эта тема актуальна и развивается? Смотрите, молдаване, наши ближайшие соседи, они, наверное, не мыслят свою жизнь без наших мероприятий, потому что они наши постоянные резиденты, да, и мы, честно говоря, им очень благодарны, потому что их приезд придает нашим мероприятиям статус международного, как минимум. Белорусы, да, конечно же, это тоже наши любимые соседи, наша дружественная страна, они к нам едут тоже с большим удовольствием. У них проходят подобные мероприятия, но они проявляют большой интерес к тому, что происходит у нас. Ведь поймите, что Акерманская крепость одна из самых крупных, сохранившихся в Украине. Наверное, самая крупная. Самая крупная. Да. Ее площадь около 9,5 гектар. Такой большой крепости нет нигде больше на Украине. И кроме того, она стоит на берегу Лимана. Кроме того, рядом замечательное место затока, где есть море, где тоже можно, а заодно скупнуться в море. К нам едут с превеликим удовольствием участники боев и артисты. Очень бы хотелось, чтобы туристы тоже оценивали вот это движение и вливались в такое мероприятие. А хорошо, вот интересно, для обычных рядовых зрителей вашего фестиваля есть какие-то необходимые условия? Может быть, какой-то элемент нужно с собой иметь? Или просто прийти с хорошим настроением? Да. Что необходимо? Достаточно прийти просто с хорошим настроением. Но мы приветствуем, если люди приходят в одежде, которая хотя бы немножечко будет напоминать одежду того средневековья, о котором мы сейчас говорим. Мы хотим заполнить все пространство, все 9 гектаров этой крепости хотим заполнить людьми, которые будут похожи на то средневековье. Мы хотим создать такой праздник, чтобы у людей горели глаза от того, что они там побывали. Потому что у нас Ольга сказала слово «место». Это действительно место. Есть такое понятие «место силы». Вот именно Белгород-Днестровская крепость является местом силы. Что такое место силы? Это место, в котором сходятся энергетические поля, и люди, которые там побывали, они заряжаются этой позитивной энергией Земли. Это прекрасно. Друзья, нужно спешить побывать на этом замечательном месте и зарядиться этой неповторимой энергетикой. А у нас есть телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро. Мы вас слушаем. Говорите. Я хочу тоже получить билетик. Вы хотите тоже получить билет? Замечательно. Мы его с удовольствием дарим. Вернее, Ольга вам с удовольствием его дарит. Он уже ваш. Как его получить, вам расскажет наш администратор. И как вас зовут? Давайте познакомимся. Светлана. Светлана вас зовут. Замечательно. Вы обязательно посетите этот фестиваль. Спасибо большое. Раз уж вы к нам дозвонились, я хочу, если у меня возможность, разыграть еще один билет на Freedom Jazz. Вы готовы? Да. Ну, давайте. Ну, тогда говорите, что такое джаз в вашем понимании. Ой, это особый вид, да, вы понимаете, понимание жизни. Музыка – это духовный продукт. И вот для людей, которые обладают разной духовностью, это их понимание жизни. Оно неповторимо.
Чудесно. Светлана, это правда. И вот у вас будет возможность зарядиться еще и джазовым настроением 14 июля в Одесской филармонии. Билетик уже практически в ваших руках. Наслаждайтесь жизнью, а 15-го спешите в Белгород-Днестровск, одевайте что-нибудь древнее, яркое и заряжайтесь неповторимой энергетикой. Спасибо, что вы с нами и смотрите нас дальше. Большое спасибо. Вам спасибо. Друзья, мы продолжаем интриговать. Итак, очень много вы сказали артистов приедет. Что это будет за музыка? Вот музыка тех времен или что-то, какой-то современный микс с какими-то акцентами? Что это будет за музыка? Мы стараемся удивить наших гостей и наших друзей, воспроизвести ту музыку, которая была тогда, на 100% мы не можем. Но мы стараемся приблизить наших друзей, наших гостей именно к той музыке. Мы стараемся приглашать коллективы, которые играют на аутентичных инструментах тех времен. У нас есть два коллектива, которые используют в исполнении своей музыки волынщиков. И у нас будет впервые, кстати, на нашем фестивале будет несколько таких элементов, которые будут впервые. Впервые мы начинаем, и мы уже говорили, факельное шествие, впервые мы начинаем фестиваль в ночное вечернее время, впервые у нас будет баттл среди волынщиков, впервые у нас... Баттл среди волынщиков? Да. А их много? Ну, это же такой необычный вид, ну, необычный инструмент, на котором не каждый рискнет сыграть. На самом деле их больше, чем мы думаем в привычной жизни. Людей, которые увлекаются игрой на волынке и делают это вот отнюдь не ради денег, не ради хлеба насущного, а по зову души, их на самом деле очень много. И, Александр, у нас как минимум 3 будет волынщика на этот раз. Да. Кроме того, что у нас будет баттл среди волынщиков, у нас еще будут проходить мастер-классы. Мы привыкли, ну, одесситы у нас люди такие, которые привыкли прийти и насладиться зрелищем. Но мы хотим их не просто предоставить им такую возможность. Да, мы хотим их включить в этот процесс, чтобы они сами стали участниками этого зрелища и сами стали как бы... толчковой энергии для того, чтобы другие люди к нам подключались. Что для этого нужно? Ничего страшного в этом нет. Просто нужно включиться, когда вас призывают. Если вам предлагают принять участие в каком-то мастер-классе, вы просто включайтесь, и остальные люди посмотрят. Это не так сложно. Ничего сложного делать не нужно. И сами присоединяются к нам. Про волынщика хочу продолжить. Продолжите, да? Но у нас есть телефонный звонок. Мы же хотим пообщаться с нашими телезрителями. Доброе утро. Доброе утро, говорите, доброе вы в эфире. Доброе утро, Одесса. Меня зовут Виктория. Да, очень приятно. Я, можно сказать, постоянный посетитель подобных мероприятий. И очень бы хотела получить тоже билет. Ну, и вы его получаете, да, Ольга, говорите. Конечно. Ну, ваш администратор программы «Мозаик» расскажет вам, как можно получить его в руки. А я вот вам его оставляю здесь на столике. Приезжайте, забирайте. Он уже в ваших руках, так что готовьтесь, заряжайтесь и... едьте на этот замечательный фестиваль Grand Moncastre, который пройдет 15 июля в Белгород-Днестровском. Спасибо, что вы с нами, и будьте с нами и дальше. Волынщики, да? Волынщики, да. Кроме того, что у нас будет, как бы сказать, баттл среди волынщиков, еще наши волынщики проводят мастер-классы. Это как раз тот момент, когда мы вовлекаем зрителей. Казалось бы, что сложного? Просто нужно накачать мешок волынки воздухом и просто потом выпускать этот воздух потихоньку. Ничего, легко сказать. Ничего такого нет, да. На самом деле, когда люди подходят, пытаются это сделать, даже, казалось бы, взрослые мужчины, сначала нужна маленькая тренировочка для того, чтобы этот воздух накачать, а потом его еще и выдуть из этой волынки. Не просто выдуть, а чтобы получился звук, и не просто звук, а красивый звук. Ну да. Кроме того, что будет мастер-класс по игре на волынке, у нас еще будут другие мастер-классы. Я уже говорил, что к нам, кроме того, что приезжают вокальные коллективы, приезжают танцевальные коллективы. Танцы, они танцы, тоже будут вовлекать людей, да, именно в танцевальные мастер-классы. Один из таких коллективов из Киева – это коллектив «Джасурия». Кроме того, что они танцуют аутентичные танцы в аутентичной одежде, они будут проводить несколько мастер-классов. И хотелось бы анонсировать, что наш фестиваль закончится грандиозным таким действием. Это будет Moncastre Tribal Party. Это? Что это такое? Да, давайте расшифруем. Что зашифровано в этих трех словах?
Есть еще такие понятия open air и session. Да, это что-то фееричное, чрезвычайно красивое. Все артисты, которые присутствуют на нашем мероприятии, включаются в это действие. И плюс мы точно так же привлекаем наших друзей, которые приезжают к нам на фестиваль. Мы все вместе устраиваем большой красивый танец. Перед этим мы тренируемся, и потом все музыканты играют на своих инструментах, все танцоры танцуют, и мы собираемся... А все певцы поют что-то, да? Нет. И мы все собираемся в одном месте, и вот эта вот энергетика танца, энергетика музыки, энергетика средневековых инструментов заряжает всех, кто рядом присутствует, просто немыслимой энергией, которую невозможно передать на словах. Нужно туда приехать, понять, что это такое, и потом уже попытаться, только попытаться можно рассказать другим соседям, друзьям или родственникам. Но это будет в субботу, то есть это не совсем завершение фестиваля, завершение будет в воскресенье, а Манкастра Travel Party пройдет в субботу в 21:30, если не ошибаюсь. Ну, я думаю, если люди едут, участники фестиваля, они уже едут на 3 дня, потому что, я думаю, невозможно приехать 15-го, к примеру, да, и вот вечером уже уехать, потому что, ну, надо же насладиться. Можно тут 2 слова хочу сказать, что впервые, опять, вот это впервые у нас звучит лейтмотивом сегодня, впервые у всех гостей фестиваля будет такая возможность приехать с палаткой. Все прошлые годы нас об этом спрашивают, а можно приехать с палаткой и пожить в крепости? Ну, как-то нет, ну как, нет, конечно, нельзя. А в этом году, кстати, можно. Можно приехать с палаткой и прожить в этой атмосфере средневековья 3 дня. С пятницы вечера по воскресенье. Чтобы уже насладиться, что называется, от начала до конца. Да, вот не отходя от кассы, увидеть все, что там происходит. Чудесные друзья, ну я точно, наверное, посещу эти события. Вы меня уже так заинтриговали, действительно... Действительно, это будет здорово. Так что, дорогие телезрители, присоединяйтесь. У нас еще есть 2 билета, поэтому звоните нам и просто будьте с нами сегодня в этот утренний прекрасный час. А, и что мы еще не успели сказать? Вот по поводу боевых искусств. Вот если, допустим, есть желающие посостязаться, ну, вот будет ли у них возможность... Наверняка там все спланировано, я так понимаю, да, что касается рыцарских боев. Но если зритель пришел, и вот он хочет попробовать себя, попробовать свои силы, вот... Да, я думаю, мы предоставим такую возможность. В рыцарском поединке будет такая возможность. Мы предоставим такую возможность облачиться в доспехи, конечно, не в полный комплект, потому что это все долго и очень кропотливо надевать, тем более каждый участник, каждый рыцарь делает доспехи под себя, поэтому найти человека такой же самой конституции, чтобы его полностью защитить, и чтобы он вдруг вышел неподготовленный на наше ристалище и начал, так нашим жаргоном выражаясь, вонзаться с другими рыцарями, мы не допустим, потому что спорт у нас, я говорил уже, это не шахматы, спорт контактный, спорт травмоопасный. Я очень уважаю шахматистов, между прочим, вы не подумайте. Ну вот, просто я о том, что спорт действительно травмоопасный, поэтому... Но возможность подержать клинок в руке, примерить шлем, и если надо, можно будет легко меня найти на фестивале. Я могу даже собственноручно дать человеку немножко по шлемам, клинком, если он захочет понять, что это такое. Что касается бойцов, которые посетят наше мероприятие, это бойцы, меня подкорректировали немножко, бойцы из городов Мукачево. Города Днепр, город Кривой Рог, город Харьков, ну, город Одесса, конечно же. Солидная география. Да, принимающая страна. И город Кишинев, я не буду говорить так, Молдова, потому что бойцы в основном все из Кишинева, поэтому мы так всегда говорим, город Кишинев, это 2 южные столицы. Одесса как номинальная южная столица и фактическая столица государством Республики Молдова, вот это Кишинев. Много бойцов приедет непосредственно именно из Кишинева, то есть, ну, будет интересно. Будет ли мастер-класс? Мастер-класс можно, по боевым искусствам, скажем да, так. Да, мы представим, помимо того, что будет мастер-класс, будет турнир для зрителей на мягком рыцарском снаряжении. Есть такое тренировочное снаряжение, называется тямары. Это для тех самых, вот, самых смелых, да, желающих? Да, для тех, кто хочет просто не только смелых, пусть снаряжение, конечно, да, оно мягкое, но в нем...
стержень твердый, поэтому можно получить какой-то легенький синячок, но это точно не смертельно. И опять-таки, ну, то есть это бой, да? Это возможность не получить... Не грех и получить какой-то синяк. Получить еще дополнительную эмоцию. То есть мы, каждый наш мастер-класс, каждую... Все, что внесено в регламент, оно насыщено каждой своей эмоцией. Просто если человек едет там не просто как турист из стран Азии, да, которые вот, смотрят в Лувре на Мадонну, и им все хорошо, на Мону Лизу. Сфотографировали и все, уехали. Вот. Хотя это можно фотографию найти. Это не тот случай. Если ехать на Монкарскую, то нужно ехать за эмоции. Надо получать эмоции, да. И, конечно же, хотел сказать обязательно, что у нас будет на турнире установлен рекорд. Рекорд Украины, это будет его ставить боец из клуба «Тангар» «Одессит», боец Ростислав Мрощиченко, постарается провести как можно больше поединков в доспехах весом от 30 килограммов с чередующими соперниками. От 30 килограммов? Да. Об этом можно поподробнее? Вот сколько весят доспехи? Насколько это сложно? Порядка так взвесить не получится найти такой у нас кантор, потому что если сложить все это на щит, допустим, хотя бы весь комплект, да, так помещается его легко нести, транспортировать, то нельзя взвесить. Но так, если по отдельности, то порядка 30-35 килограммов весит полный комплект доспехов. То есть если это брать с большим щитом, с круглым или гербовым щитом, то это будет свыше 30 килограмм. Ну, это очень тяжело, как по мне. А что ж, еще вы упомянули о кухне. Не могу не затронуть эту тему, потому что это вкусно, это интересно. Потому что одесситы любят поесть, их нужно обязательно привлекать чем-нибудь вкусненьким. На нашем мероприятии будет работать несколько харчевен с такими аутентичными названиями. Харчевня Монкастра, опять-таки, сытый кабан, о многом говорит. Забыла третье название, простите, утро. Важно, что, чем можно будет полакомиться. То есть помимо этого, помимо обычной еды, которая там представлена в крепости обязательно, наша цивильная еда, будет еда Англии 13-14 века. Это аутентичные похлебки, разные мясные блюда, и в том числе вот что необычное, это каши. Мы обычно готовы к тому, что нас обещают шашлык. Я думала, что будет что-то жареное на вертеле. Обязательно, это будет все только на огне. Ну, все равно на огне. На огне, на этих железных жаровнях, в больших кичанах и казанах. Это даже просто сфотографироваться на фоне этой кухни на память. Уже будут вкусные воспоминания об этом. Это всего лишь часть эмоций. То есть, смотрите, мы, как и вы, мозаика. Да? Мы хотим составить общую картинку из маленьких таких точечных вкраплений. И это, и еще полет на воздушном шаре. Об этом я хотела бы сказать, что... Мы приглашаем на наше мероприятие всех желающих, не всех, а тех, кто, конечно, смогут себе это позволить, дорогое достаточно удовольствие, у нас будет воздушный шар. Он будет у нас в воскресенье, он приурочен к закрытию фестиваля. Если мы не найдем, конечно, желающих, а корзина вмещает где-то 3-4 человека, ну, в зависимости от комплекции, то на этом воздушном шаре, наверное, улетит оргкомитет, помашет всем рукой и пообещает вернуться. Да. Нет, я думаю, желающие будут, ведь это еще одно такое экзотическое событие, не каждый день далеко над крепостью, нельзя тем более будет себе это позволить, а тут вот... Это такое маленькое тоже будет чудо. Впервые. Никогда еще над крепостью не взлетал воздушный шар. Чудесно. Друзья, осталась у нас одна минутка. Что еще можно успеть сказать, что не успели проговорить? Да говорить-то в принципе уже не надо. Нужно просто приехать и посмотреть. И все, нужно потрогать руками. Я хотел сказать, что мы позволяем людям понять, что рыцари не как листик кленовый как в гербарии, в страничках истории не потерялись, они живы здесь, поэтому приезжайте, смотрите, трогайте их. Принцессы и драконы, да. Рыцари, все есть, все есть. Будет. Да. Ну что ж, друзья, Гранд Монкастра, 15 июля, Белгород-Днестровская крепость. Все остальное в ваших руках.
Я хочу напомнить вам еще раз, что сегодня в это прекрасное утро с нами были Ольга Мирнюк, председатель оргкомитета фестиваля «Манкастро», Александр Колесниченко, координатор концертной части фестиваля «Манкастро», и Владимир Григорьев, организатор боевой части фестиваля «Манкастро». Друзья, наша программа подошла к концу. Завтра ее для вас проведет, как всегда, Анна Лапшина. А сегодня я с вами прощаюсь. Щиро посміхайтеся и даруйте один одному любовь. Скоро знову побачимося. Хай щастить!